Компания «Газпромдобыча Краснодар», эксплуатирующая в Коми более 170 газовых скважин, опубликовала к дню геолога любопытную информацию. В ближайшие 3 года дочернее предприятие «Газпрома» вложит в геологоразведку на территории республики около 2,5 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании. Подробнее о планах газовиков и перспективах геологоразведки в регионе расскажет Денис Сидоров. Вуктыльское газопромысловое управление ведет свою деятельность с конца 60-х годов прошлого века. Новой вехой в истории стала передача добычных активов краснодарской дочерней компании «Газпрома» в 2012 году. С этим событием связывают вновь появившийся интерес к доразведке газовых и газоконденсатных месторождений республики. Яркий тому пример – начало строительства скважин 10-й, Северо-Югидской и 402-й Вуктыльской с целью подтвердить перспективные запасы углеводородов. Реализация этих проектов позволит существенно нарастить ресурсную базу. По предварительным оценкам геологов, в поднадвиговой залеже у нас находится более 50 миллиардов кубических метров газа и более 10 миллионов тонн конденсата. Открытие этой залежи позволит ввести в разработку месторождение, которое даст вторую жизнь Вуктылу. Мы будем иметь надежную базу для загрузки Вуктыльского ГПУ и Сосногорского газоперерабатывающего завода. 10-я Северо-Югидская скважина сегодня уже в завершающей стадии бурения. А вот по 402-й Вуктыльской подготовительные работы начались всего полгода назад. Но уже в феврале во время визита в Вуктыл глава республики Вячеслав Гайзер высоко оценил и темпы работ, и социальную ответственность газовиков. Вся та работа, которая, соответственно, должна была касаться развития проекта по 402-й скважине, она идет строго в том графике, который был определен там, с начала решения Максима Миллера и, соответственно, руководством предприятия. И мне очень приятно сегодня отметить не просто обязательность, но и пунктуальность в исполнении своих производственных планов со стороны газовиков. А то, что касается вот перспектив, которые дает 402-я, она дает самое главное жителям Вуктыла – уверенность в том, что завтра и послезавтра, и на, так сказать, далекое будущее у Вуктыла есть перспектива, у каждого сегодня живущего здесь работающего. Успешное бурение 402-й скважины позволит сохранить и усовершенствовать имеющуюся инфраструктуру Вуктыльского газопромыслового управления, а также обеспечить сырьем Сосногорский газоперерабатывающий завод до 2050 года. По 402-й скважине составлен проект строительства скважины. Он прошел все необходимые экспертизы, утвержден в ООО «Газпром», и в настоящее время выполнены все подготовительные работы к монтажу бурового оборудования. Работы идут согласно графику. В апреле у нас предусмотрена переброска бурового оборудования. В июле монтаж этого оборудования. И в третьем квартале мы планируем непосредственно приступить к бурению скважины. Полностью завершить работы по строительству и испытаниям скважин планируется уже к 2016 году. На Вуктыльском месторождении на месте будущей 402-й скважины, если запасы газа подтвердятся, уже через пару лет может появиться фонтанная арматура, аналогичная этой второй скважине, которая вот уже почти 50 лет служит на благо республики. Денис Сидоров, Василий Янин, Вуктыльский район.